Карантин или работа? Работа. Жирный или упитанный? Упитанный. Одноклассники или мой мир? Одноклассники. Агент или Аська? Агент. Брат или родной? Брат. Армения или Израиль? О боже мой. Армения. Долма или долма? Долма. Кекс или шишка? Кекс. Джан или дорогая? Джан. Баравдес или салам алейкум? Салам. Без понтов или беспонтовый? Беспонтовый. Путин или Трамп? Путин. Готов ли честно отвечать на все вопросы? Да. Ты свободен? Нет. Сколько тебе лет? 27. Какой ты национальности? Армянин, еврей. Кем работаешь? Предприниматель, блогер, папа енота. Какое образование? Высшее. В какой школе учился? 164-й, Челанзар. Школьное прозвище? Жураб Жора. Служил? Нет, но военный билет есть. Ты патриот? Я да. Веришь в гороскопы? Больше нет, чем да. А в Бога? Да. А верю. В инопланетян? Верю. Ходил к экстрасенсам? Нет, ни разу, но очень хочу. Интересно. Сколько тратишь денег в месяц? Чё, прям говорить, что ли? Ну, трёшечку, наверное. 3 тысячи баксов. Сколько зарабатываешь? Бля, осторожно. Чё, говорить прям? От 5 и выше. Ходил к проституткам? Бывало дело, да. Когда в последний раз? Недавно. Да хорош, ты что вы сделаешь? Ты рос в полноценной семье? Без папы, но так полноценный, да. Ты из богатой семьи? Нет, совсем нет. Самый дорогой подарок от девушки? Кроссовки, Nike, последние, 270 баксов. Самый дорогой подарок, который ты делал девушке? Как-то на Новый год я нацепил на себя бантик, и вот. Сколько ты тратишь денег в месяц на девушек? На девушек? На девушек? Чё, прям говорить опять, что ли? Ну, типа, там, от штукарика, наверное. Сколько ты тратишь денег на свою девушку? О, боже мой. От 500, наверное. Какой у тебя телефон? iPhone XS Max DOS 512. У тебя есть машина? Есть. Chevrolet Cobalt, мокрый асфальт, номер не скажу. Ты сам его купил? Да, насосал. Когда в последний раз дрался? В колледже на втором курсе. Попадал в аварию по своей вине? Да, было дело. До скольки лет ты брал деньги у родителей? Фу, до 16 где-то примерно так. Тебя били в детстве? Родители? Нет, нет, нет. Бьешь своих подчиненных? Нет, ты что, только обнимаю, целую. Материшь их? И да. Иногда. Насколько ты ревнивый? Ну, нормально, но как бы не очень ревнивый. Как часто ты изменял? Было дело раньше по нетрезве. Было. Сколько раз тебе изменяли? Застукал один раз. Прощал измену? Было, да, дело. Маленький был, дебил. Лично ловил за измены? Да, было. Что сделал? Покарал, жестко покарал. Спал с чужой женой или девушкой? Ну, типа спал, но я не думаю, то, что она была жена. Ну, надеюсь, нет. Плакал из-за девушки? Нет. На что ты не готов ради близких? На все готов, на убийство не готов. Ну, блин, а я на все готов, типа, близкий. Близкий, мама, за маму на все готов. Смог бы принять и воспитывать чужого ребенка? Да, вполне. Поднимал руку на девушку? Нет, ни разу. Поднимала ли девушка на тебя руку? Давай дальше.
твои любимые подкаты к девушкам? У тебя такие красивые сиськи. Не, на самом деле, типа, ну, твои глаза, они прям океан. И что-то такое, да, как-то так. Подкатываешь в Инстаграм и в Фейсбуке? Сейчас нет, раньше да. Часто тебя отшивают? Нет. Твой бизнес крышует? Да. Даешь откаты? Лично нет. Откуда стартовый капитал? Занял деньги $250 давным-давно. Что с твоим бизнесом сейчас? Жопа. Жопа. Жопа, конкретная жопа. Все полностью на стопе. И я жду, пока это все прекратится. Я не люблю, не умею сидеть дома. Я хочу зарабатывать, делать. Как-то так. Есть ли плагиат в твоих видео? Плагиат? Да. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Нет. По-любому среди. Как относишься к лесбиянкам? Очень хорошо. А к геям? Это, бля, хорош. Нет. Переспал бы с трансом? Да хорош, ты чё? К тебе приставали парни? Ну, было в Дубае один раз на танцполе, типа сразу. До свидания, сказал. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Да. Бреешь ноги? Нет. Носишь женскую одежду или носил? Нет, ни разу нет. Пользовался косметикой? Когда маленький был, да, там кышки-пышки там делал. Делал депиляцию? Да. Чего? Я вот здесь вот делал депиляцию, да, все видели, все знают, все нормально. Даешь деньги в долг? Да, дурак, дебил, бывает. Сколько тебе должны? Ой, на сегодняшний день, я где-то 2 месяца назад считал, это было 9 тысяч, 11 тысяч, где-то тысяч баксов. Так. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? Я боюсь не успеть остаться счастливым и заработать деньги на мой капитал в будущем. Любимое матершинное слово? Бля, сучка, сука. Часто врешь? Нет, я искренне, нет. С милым рай в шалаше? Да. Насколько? Нет. Ты... Нет. Нет. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? Десятка там говорит. Как можно девушке познакомиться с тобой? Подходишь такая, говоришь: уважаемый, я непреодолимые желания имею с вами познакомиться. Просто бешеное желание имею. Все нормально, все путем будет, поверь мне. Употреблял наркотики? Да. Используешь ли разные вещи БДСМ в личной жизни? Да нет, че, братуха, ты о чем, блин, говоришь, блин, ебаный рот. Самый худший твой поступок по пьянке? Ой, я, короче, выпил и пошел на фонтан Максимку ночью. И прям там, короче, танцевал. И прям так шлепнулся на... Что-то типа этого, да. Самый обидный комментарий. Недавно девушка, типа, там по акции пришла, была не рада, написала хрень какую-то потребителю в Фейсбуке за счет шишки. Там очень много положительных... Ну, короче, вот такая вот, типа, вот такой комментарий самый обидный был. Типа, не знает, что пишет, и просто из пальца высасывает, да. Платишь за друзей? Бывает, бывало, да. Все мужики козлы? Нет, ты чё? Все бабы любят деньги? Ну, типа, если бы... Нет, не все. Нет, вот. Ты сплетни? Нет, не люблю такое дело. Что бы ты хотел сказать своим хейтерам? Спасибо вам большое из-за вашего хейтерства, типа, я вот сейчас вот здесь вот снимаюсь. Проверялся на ВИЧ? Да. Когда? У
Ну, где-то больше полугода прошло. Где-то 7 месяцев, где-то так. Измерял свое достоинство? Да. 14 сантиметров — это приговор? Это мало. 14 сантиметров, ну, блин, ну, бля. Ну, а это у тебя 14, что ли? Ну, так, ну, нормально. Самое главное, как ты, типа, пользуешься им. Размер имеет значение? Ну, да. Ты принц? Я нет. Я челанзарский парень. Кем работаешь? Сколько зарабатываешь денег в месяц? Сколько тратишь? Сколько тебе дарили денег? Самый любимый твой продукт?